Завтра Владимир Якушев в 11-й раз в статусе губернатора обратится к депутатам и общественности с посланием о положении дел в Тюменской области. Глава региона наметит основные направления социально-экономического развития субъекта федерации и даст оценку работе, проведенной в уходящем году. Он стартовал во время противостояния в геополитике и экономике, а потому требовал мобилизации ресурсов практически во всех сферах жизни. Преимущество у нас, конечно, есть. Мы больше не можем себе позволить продлевать агонию нежизнеспособных рыночных субъектов и структур. Даже их социальные функции, на которые они особенно любят ссылаться, могут быть с большей эффективностью исполнены другими способами. Поддерживать надо тех, кто потеет, и прежде всего тех, кто напрягает мозги. Рост деловой активности, инновации, мобилизация интеллектуального и научного потенциала – вот три генеральные линии развития Тюменской области в 2016 году. И каждая в итоге была подкреплена реальными делами. Появился опорный вуз, а Сибур открыл учебный центр. Запущены 25 новых крупных производств, в том числе с привлечением иностранного капитала. Заработали сотни новых предприятий в сфере малого и среднего бизнеса. Это позволило области подняться с 15-го на 5-е место в национальном рейтинге инвестклимата.